Всем привет, меня зовут Павел Сафронов, и в этом коротком видео я бы хотел призвать вас выходить на центральные улицы своих городов 31 января 2021 года в 12 часов дня. Сначала немного информации о моем предыдущем призыве выходить на улицы 23 января 2021 года. Мне пришло уведомление от Роскомнадзора о том, что якобы призывы к участию в несанкционированных митингах нарушают какой-то там путинский закон, и что там мне даже грозит какая-то ответственность, и что они требуют от меня, в общем, удалить это видео. Ну, в общем, я решил, что пошел бы Путин вместе со своим Роскомнадзором и его тупорылыми дурацкими законами, ограничивающими свободу собраний, свободу слова и вообще все свободы в нашей стране. В общем, пошли бы они куда подальше. Поэтому приходите 31 января 2021 года в 12 часов дня на центральной улице своих городов, чтобы свергнуть Путина, освободить Россию от коррупции, от жуликов, воров и прочей нечисти, которая мешает нашей стране развиваться и отнимает будущее у нас и наших детей. Ничего не бойтесь, приходите, нужно, чтобы пришло как можно большее количество людей. Единственное, что я бы вас попросил в избежание каких-то травм с вашей стороны, заранее подготовиться и прикупить какие-то хоккейные доспехи, какую-то там черепаху на спину и, конечно же, каски с забралом, желательно по хоккейному типу, чтобы никакая дубинка не смогла помешать вам мирно выражать свой протест. Распространите это видео, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш инстаграм, на наш тикток и телеграм-канал. Все ссылочки будут в описании. Все, всем удачи, всем пока. До новых встреч, боритесь за свои права. Россия будет свободной.